Но раньше я занималась еще и спортом. Сначала деньги, потом секс. Моя подружка, у нее был клиент из Африки. И у него был такой длинный, что... Да, все еще круто. Ну-ка, дай пощупаю. Да, здоровый. Привет, нашла? Да. Нашла, садись. Спасибо. Садись, располагайся. Ой, а что-то с акцентом таким. Ну, так и я же из Африки, я же писал тебе. Ты думала, что я разговариваю? Ну, чуть-чуть, да, много кто приезжает. Да, надо было созвониться. Да, типа, да, было бы неплохо. Сумочку поставь, нет, там испачкаешь. Ну, держи, короче, сумочку. В общем, все, что мы с собой общались, обсуждали, что я представитель принца Зимбабве, как бы, да, и вот что искать русских женщин для него, чтобы перевести в Африку. Вот, разрешите представить тебя, наследный принц Аксель II Зимбабве. Он русский язык, он не знает. Так, что, прокатимся, пообщаемся? Мне пристегнуться лучше? Ты как водишь, хорошо? Я хорошо воды, да. Я пристегнусь. За безопасность, да, иду? Конечно. Да? Так, скажи, пожалуйста, вот мы с тобой переписывались, я тебе предложил такое, да? И ты как-то, ну, я уверен, что мне каждый день предлагают познакомиться с африканским принцем. Как ты на это, ну, согласилась? Подумала, может, развод, не развод? Нет, ну, конечно, не каждый день мне предлагают с африканским принцем. Да. Почему? Можно вопрос сразу. Почему африканский принц не как принц одет? А мы же приехать в Россию, как бы, и чтобы, ну, тут, во-первых, холодно, сейчас зима, и чтобы не привлекать внимание, мы вообще сейчас инкогнито приезд, то есть неофициальный, без посольства, без консульства, вот это вот. Что, ну, искать русский муж, женщина. А коси каргалилё. Давай коррутикеля. Наследный принц спрашивает просто, как проходит наша встреча, что ты говоришь. Вот. А коси каргалилё, тиарны, тарма, перк, лёцун, тикен, афинтика. Давай, Наследный принц говорит, что у тебя, как это по-русски, хороший дойка, он видел, дойка хорошая, нет, понимаешь? Грудь. Грудь, да, я просто... Но это не мои, это мне вставили. Ты носишь, ты чужая женщина? Нет, это силикон. Так, давай попозже. Он потрогать хочет, что ли? Да. Так, стой, подожди, это, во-первых, дорого стоит, потом... Попозже, да? Попозже. Потом, вот, когда мы с тобой обсудим всю историю, да, вот это все. Да, естественно. Ага. Ну, вот ищем невесту, чтобы уехать в Африку. Он богат, очень богат. Алмазы, бриллианты, золото, шахты, уголь, много, дворец. А дворец из чего? Большой дворец вообще? Да, большой дворец, ну, в стиле Африка. Ну, чтобы ты понимала, как, ну, каких-нибудь султан, да, вот, где-нибудь в Арабских Эмиратах, там, да, Йемен, там, вот это. Ты скажи, пожалуйста, как ты... Ну, как тебе знакомство, что ты хочешь, почему ты на это соглашаешься? Ну, просто мы отбираем кандидат. Ну, давай так. Да. Я вижу, вы хорошие. Ну, ты как тоже, да. Пошел, кстати. Секунда, можно включить свет, чтобы просто... Конечно, пускай рассмотрят. Тебя, да, разглядеть. Ну, а то в полной темноте вдруг ты какая-то кривая там. А вы, Корузика? Камако, Он говорит, сочное, ты просто как персик, он готов его лизать. Кого? Персик. Персик? Персик, твой персик. Для Зимбабве очень важно, чтобы волосы были хорошие, не жидкие. Вот, он сказал, что у тебя волосы хорошие. Там женщины просто очень с хорошими волосами, как бы, да. Абсолютно все помогать. Вот, пока вот мы ищем, тоже мое мнение имеет место быть. Ты бы как врач. Ну, можно так сказать, да.
Понятно. Много тебе платят он? Ну, конечно. Плюс во дворце жить, иметь африканские женщины, лучшая африканская женщина. А у вас там, ну как, африканские женщины? Что? Нормально? Ну, в смысле, что, сосут хорошо или что? Ну да, типа того. Дают частенько. Да, нормально с этим. Акусь карамкон, никитири, тимбету, карасе. Ау! Андрадарис, да! Да, он говорит, что ему нравится вообще тебя там как, ну, нанизал бы шампур, на свой шампур тебя. Шампур на шампур. Нет, тебя как мясо. Ну как по-русски, блин, я просто плохо знать. Так, ну хорошо, ладно, давай тогда себе расскажу. Ладно, расскажи, да, себе, что ты делаешь по жизни. Я вакуумщица. Это когда... Это что? Это, считай, как заниматься эскортом, только это все через видеокамеру. У тебя нет никакого полового контакта с оппонентом, с мужчиной или с женщиной. Тебе просто платят денежку за то, чтобы на тебя посмотрели. А ты делаешь все, что угодно на камеру за их деньги. Кусикари, тикин, камера, амбу, тикунди, тинки, тень, тем вонти коля манцо, хорайщи, кому не тинги, тинги, Он говорит, ну с ним ты не будешь так вот. Он хочет делать с тобой вот, там, тумба-юмба. Ну у меня был папик, конечно, он мне катал на майбах. Папик? Твой папа тебя? Нет, нет, мужчина, который на 20 лет старше меня. Еще Шикара, наследный принц, спрашивает, ты разговариваешь на английском, хочет с тобой пообщаться? Ну, чтобы без перевода. Нет, только хай. Хай. Да. Хай. You don't need radios, baby. Кажу, дикий интервью. Англия. I have money. Деньги, wow. деньги. Деньги. No webcam. Да, no, нет no камера вот это вот то, что как ты сказала. Нет камеры. I give you money. Но сколько мне денег? Есть, много, подожди. А чико руси, кальнепетики, эмбреси, куруси, шикака. Ладно, продолжай сказать. Он просто хочет тебя щупать, трогать, тыкать, все. Ну, без камеры. Прям сейчас? Ну, может быть, в том числе. Хорошо. Это дорого, пока. Когда колечко, тогда дешевле. Ну, как, кольцо будет. Ладно, скажи, ты это, типа, тебе платят деньги? Да, мне... За вот эту работу? Да, конечно. Ну, там я познакомилась со своим спонсором. Ага. Спонсор – это человек, который дает тебе денежку за красивые глазки и делает с тобой периодически странные вещи. Я просто люблю деньги очень, поэтому... Ну, поэтому ты согласиться, вот конечно, у нас переписка. Естественно, да. И ситуация-то просто такой необычный. Ну, не каждый день встретишь. Типа, да, Аксель второй, как бы, принц Зимбабве, то есть гипотетически... А Гучи, ну, Владимир. У него точно много денег? Ладно, скажи, ты, кроме этой работы с камерой, как ты, ну, что делаешь? Но раньше я занималась еще эскортом. Это... Это поиск легких денег, больших. Я, в принципе... Клад? Клад, что ли? Нет, что? Это когда ты выходишь с богатыми мужиками куда-нибудь на встречи, и тебе дают много-много денег. Ага. Я была любовница, депутата. Какую шикарь, секунду, депуты, ты круто, хоти. Звар, бетнет, издевай, изморит. А какую, кин секунду, лэнг? Звонитзо. А кун зинзо? Нет, давай, давай. Дебор, кирюки. У тебя сколько мужчин сейчас? Был в твоей пещере? Не пещера, по-русски, Как по-русски это... Секс. Секс. Сколько мужчин было? По любви или за деньги? В принципе, сколько мужчин было, проходило через тебя? По любви два. А не по любви? А не по любви. Там, ну я думаю, это можно опустить.
Главное же по любви. А пустить кого-то? Или что пустить? А вы угози край, а кручу по чем? Заигрываю я с тобой. Типа угози край. Че ты показал? Ну что, ты хороша, думаю. Че надо? Лучше африканских женщин. Я сказал, что ты секса сильна. И, в общем, он предлагает тебе сейчас, дай мне версии. Давай 1 000 000 рублей. Подожди, смотри, он ищет жена. А, да. Ты, то есть не просто так, как бы, да, сейчас. Он ищет жена, ты должна будешь приехать в Африку, в Зимбабве, в нашу столицу Хареры. У него там есть жен, как бы, ну, ты сказать... что они подвинутся, да, вот, ты можешь переехать, но ты нуждаться ничего не будешь, ты же будешь жить во дворце, ты будешь ездить на самый лучший зебра, слон, вот, а ты будешь в ювелирном, там, бриллианты купаться. Он уже ко мне пристает. Ну, думаю, он может, да. Ну, то есть это приемлемо для тебя? Тебя не держит ничего здесь, в России? Нет, конечно. Родители там, семья? Нет, меня ничего не держит. Я уже давно живу одна. Сама одна? Себя обеспечиваю, конечно. Ага. Не только я себя обеспечиваю, а она. Мне не прошло, Костя, что. Сику, лотерейка твоя, да? Лотерейка. Лотерейка. Кормилица. 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 Да. А кусь? А куси корзиден, кинси дун дун, тинтю лёчку он докин. А чё уракайся? А мой, а мазигарай. Нет, то есть ему в Зимбабве своей можно, а мне тут до него нельзя было. Я ему сейчас сказать просто, что у тебя там всё красиво и всё хочется. И все. Show me. Он show говорит. Me. Кого? Сумку тебе показать? Show me. Нет, no. Вот show это. Me. Ты что, show потом? Me. Это сюрприз будет на свадьбу. Ты что, мой хороший? Агузы, рожи, кулю. Кантинка, каракай. Шикака. Ау. Шикака. Что значит «шикак»? Я чуть-чуть хочу поучить еще язык. Ну, естественно, ты, если там будешь жить, ты должна знать. Шикака, когда... шикака. Ну, шикака, то есть ты – это высшая похвала женщинам в Африке, в Зимбабве. Шикака. Шикака. You – шикака. Я такая? Ой, спасибо. Шикака. А ты тоже? Так, ну, хорошо. Шикака. Ажуку гизи. Ты скажи… Чем ты интересуешься, как проводишь время, что ты делаешь? Ну, вообще, у меня нет особо свободного времени, потому что все мое свободное время занимает либо деньги. Вот, а еще хотела, давайте я у вас тоже вопросы позадаю вообще, это тоже хотелось бы. Куда вы меня? Ой, принц, ты че? В общем, у меня вопросики. А вот это именно твои деньги, как принца, или это деньги твоих родителей? Просто если это деньги твоих родителей, они когда на тот свет отправятся, это все тебе останется? А гусь геродик, языком, мучика, джимплинс, ворчуха, давай. Иисус, если ты говоришь, что это получается и мои. Ты смотри, когда родитель не станет, он наследный принц, он получит все царство, да, все королевство, естественно, но там все передается по мужской линии, но женщинка и другие жены, они живут хорошо в достатке, бриллианты, золото, наряды, можно там путешествовать, попасть, ну все как бы, да, но вот физически владелец все равно он. Но он же чуть-чуть тебе будет денежку давать. Я же говорю, ты не будешь нуждаться ни в чем. Ну, за это он, вот, у него, он будет от тебя, ты будешь жить с женами. Вот. А они нормальные или? Ну, нормальные. У тебя какие жены? Агузера? Или? Кизико мой тюро, чека. А, вот это вам, бед, ну, а вы не кизико? Вот такие или вот такие? Вау, ты баба Дилибару. Да, принц говорит, что ты самыми большими. Я самыми большими? Да, вот этими штуками. Штуками, вот этими?
I like this, вот I like this. Деньги. А, вот я деньги рачу вот такие. Корои. А, окей, 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 окей. А вы знаете, вот это вот дом. Let's go, let's go to my dome. Где? Он говорит, что он настолько возбужден от твой красноруски, что хочет предложить тебе сейчас поехать в президентский люкс, где мы сейчас живем. И, в общем, покушать. Вообще все, что угодно. Поужинать, да. Ну и потом иметь тебя. Но деньги. Нет, сколько? Сначала деньги, потом секс. Смотри, ты, получается, согласна на все вот такое, да, стать женой? Да. Давать трогать свои сиська? Одну. Я еще пока не жена. Вот, он будет давать тебе деньги, алмазы, бриллианты. Бриллиант, дружок, и это бриллиант. Это бриллиант. А где есть бриллианты? О? It is not diamonds. Ты нас обманываешь, это не бриллиант, это... Где? Вот этот? It is not diamond, it is fake. Это? Fake, да. Yeah, или вот это? Это бриллиант. It is fake. Да не фейк это. А на самом деле принц имеет в виду, что это не это бриллиант, а вот это бриллиант. Ох ты хулиган, который такой. Сидит. Yeah. Ай, вот за фурдинг, дорогой. Так вот, про деньги. Так, сейчас только он сейчас сказать, что у него по колену. Кто? По колену у него. По колену что? Денег? Ну, как по-русски? По колено, ну у него покажи. Мужской агрегат по колено. Покажи. What is that? What? Покажи. А гусь коро? У меня подружка, у нее был клиент из Африки. И у него был такой длинный, что он вообще не вставал. А кусика, а у тебя что? А то вдруг у тебя не стоящая, а я пойду мальчик, где такой, який индивидуарм, тарм, апарк, а? No! А что это, парни? Ну-ка, дай пощупаю. Да, здоровый. Ничего себе, блин. Нормально. Ну, то есть, тебя ничего не держит, ни моральный принцип, ну, то есть, что в России ты поедешь в Африку, не семья, ты можешь проехать. Уехать в Зимбабве, стать, ну, конечно, принцесс, там деньги. И родить ребенка, черный ребенка. Да нормально. У него еще две жены. Да, но у них вот они ему уже родили там по двое, но там двое девочек, а ему нужен наследник, потому что считается, что наследник именно мужчина. Drink. Что это? Это национальный напиток нашей Зимбабве. Drink. Выпей. Что это? Выпей. А что за напиток? Ну, это молочный напиток. Не... Очень странный вкусно? У него вкус. А, он настаивается. Но приятный. Знаешь, что, из чего он сделан? Это настойка молочная на семенной попробуй. Жидкости зебры. Зебры? Ну, самец зебра, он его специальный наложница вот делает, и вот часть частично туда. И очень тонизирует кожа, витамины, микроэлемент. Я ничего, конечно, не могу сказать, но приятно. It's good, drink. Знаете, я много чего перепробовала, но вот это семя вкусное. А почему ты сказать, что много чего перепробовала и вот так вот сделала? Ну, там просто чуть-чуть семя было. А я подумал, что ты перепробовала что-то. Конечно. Много. Да? Да. I want you. Ты вот это вот пока попей. Может. I want you. Ты какой хулиган. Не надо. I want you. Да не надо пока. Деньги. Money. Аку? It's a bad girl. Я вот такая вот. Yeah. Я вот такая. It's a bad girl. Я твою семя попила уже, чё я? Вот такая. Вы снимаете деньги? А гузик, аркейн, семя туда. Вот. Покажи. Я уже потрогала, а показать покажешь? Руку. Ну, ни хрена себе, у тебя. Yeah. Want you.
I'm ready, bitch. Ты бич, понял? Ты чего? What? Я знаю, между прочим, чуть-чуть английский, окей? What? I'm not bitch. Bitch is I'm rich. Bitch is very good. Принц имел в виду, что бич это пляж. А не то, что ты подумала, второе значение, пляж, он будет, ты, вы будете ходить там на пляж, там вообще слоны, красиво там у всего, океан, загорать, отдыхать, you like dancing? Танцевать. Танцевать? Yeah. Ну так, like я люблю смотреть, когда кто-то танцует. Агульник, где караулю? О. Кадюля, ты? Good, good, good. Where's my buddy? Where's my buddy? Что он говорит? Он говорит, он хочет... Go to my home. Идти сейчас в дом, ну, в наш президентский люкс, чтобы танцевать и удавом плясать. Не туда показала. Что ты думаешь, если мы сейчас с тобой, то есть мы договариваемся, в принципе, все, я так понимаю, ну, по кайфу, да? Ага. И поедем сейчас с тобой дальше. Ну что, тачка, мы посмотреть, интервью закончить. И поедем уже, собственно, для чего встретился принц. Ну давайте. Поедем, деньги да? Дадите? Да, конечно. Сколько? Сразу 200 тысяч. Долларов? Не, пока рублей. Ну давайте 250. А как ты чекура? Вот этому не деньги все равно. В общем, ехать сейчас. Да, поехали.